Что лучше, купить один маленький набор настоящего Лего или два больших набора китайского конструктора Брикс, Шмикс, Микс? Узнаем сегодня на тараканах-оракулах. И ворота замка постепенно ползут вверх, участники выбегают. Сразу же лидирует китайский конструктор. Ну да, потому что его очень много, им заполнены все прилавки. Вслед за ним оригинальный лего. И бах, высыпаются детальки лего техник. Какая ужасная ловушка. У меня чуть не перехватило дыхание. Вот участники сталкиваются лбами. И сейчас явно доминирует настоящий оригинальный конструктор лего. Он вырывается напрямую, идет уверенно, раздвигает детальки Лего Техник, и оригинальный конструктор выигрывает. Китаец отстает, но не сильно. Слава великим тараканам-оракулам!